Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции напомнили посетителям и работникам одного из автомагазинов о необходимости использования световозвращающих элементов. Они подчеркнули, что самыми уязвимыми участниками дорожного движения являются пешеходы. Особую актуальность проблема наезда в темное время суток приобретает с началом осенне-зимнего периода. Световозвращающие элементы делают пешехода заметнее и тем самым значительно снижают риск возникновения ДТП.